На центральной площади Владивостока открылась выставка фоторабот. Сделали их финалисты первого сезона всероссийского конкурса видеороликов о путешествиях «Дальний Восток. Земля приключений». В Приморском крае открылась фотовыставка, посвященная конкурсу «Дальний Восток. Земля приключений». Размещена она в двух локациях. Это международный аэропорт Кневичи и центральная площадь города Владивостока. На фотовыставке вы можете увидеть работы участников, финалистов, победителей прошлогоднего конкурса. Представлены кадры уникальных мест, где они побывали. А по QR-коду вы можете пройти по маршруту, узнать все детали нелегкого путешествия, которым пришлось пройти. Если обратить внимание на кадры, представленные на фотовыставке, можно заметить, что современных путешественников интересуют маршруты первооткрывателей Дальнего Востока. Напомню, что сейчас идет второй сезон конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». И активные, желающие изведать что-то новое, посмотреть уникальные места Приморского края, Дальнего Востока, могут принять участие в конкурсе. Призовой фонд второго сезона конкурса составил более 7 миллионов рублей. Автор лучшего фильма о приключениях по Дальнему Востоку получит 3 миллиона. Победитель в одной из трех номинаций – 1 миллион. За второе место в категориях – по 300 тысяч рублей, а за бронзу – по 100 тысяч рублей. Диана Иванова, новости на Восьмом.